во все континенты футбольного турнира Международный кубок чемпионов. Перед вами мадридский Реал и Милан. Состав мадридского Реала сегодня. Здесь есть фигуры, которые начинают. Рамос, возможно, покинет команду. Сейчас как раз последние, самые свежие новости. Тот самый Кубок чемпионов домой. Потому что третий участник этого состязания в его китайской группе, миланский. Ворота защищает Диего Лопес, номер 23, экс-голкипер мадридского Реала. Я думаю, что вы все помните этот период, когда Жозе Муринью вдруг перестал верить в Икера Касильяса и Лука Антонелли. Как он прорвался мимо всех. Вихрем вошел в штрафную площадь и едва не переиграл Кейлора Навис. Состав полевых игроков Милана. Матья, как сейчас в исполнении, собственно, Россонери. Вот и удар в створ. Площадь. И партнеры его заставляют. Пытается держать мяч Реал в атаке, но от Криштиану он отскакивает в совершенно противоположном направлении. Криштиану сейчас бежит в защиту. Криштиану в защиту бежит. И прихватывал он сейчас Ньянга за плечо. Вряд ли кто-то из них себя признает виновным. Смотрите, как Ньянг прошел мимо Пепе. Получил потом от Пепе, в общем-то, по ноге, устоял. Решил разыграть Сусо. И бьет поворотом Кейлор Навас. Тащит. И хотя бы за место в обойме. Бенитес. Это синоним ротации. И уходил мяч. Очень неплохой прорыв. Хесе в лицевую линию. И пас назад, где было разреженное пространство. А вот здесь касание мяча рукой действительно очень похоже было на то. Он тут выше цели. Пытался пробить над стенкой. Кейски Хонда. Мягкая передача. И теперь жесткий удар Касили. Вот этот пас. Но, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Бака. Вот проявил себя. Ложные движения. Пас. И Гаррет Бейл идет на мяч. И под удар. И Иско выше. Сочетание. Хесе сейчас очень зрячий. Серхио Рамос. Неуверенно сейчас обработал мяч. Подарил мяч Давиду Луизу Адриано. Бакка входит в штрафную площадь и выручает Кико Касилья. Момент. Доннарумма. Против него Хамес Родригес. Пауза, удары. Который сегодня дебютирует. Первая встреча с мячом. Бьет. Он забил трофей Лиги Европы в составе Севильи. Доннарумма. Разбитый на разные континенты трофей. Рома. Эсэп чуть не удел. Ну, посмотрим. Начо. Спокойно и хладнокровно. И забил. Ну, ничего невозможно с собой поделать. Дико Касилье. Сложный разбег. Отразить удар. Забил Рома. Силья. И теперь друг другу. Особенное, отдельное удовольствие увидеть Доннарумма. У вас все еще будет. 10-9. Мадридский Реал вытягивает серию пенальти. Единственный промах допустил Тони Кросс. И становится победителем китайского дивизиона в Международном кубке чемпионов.